С сегодняшнего дня начнутся перелеты из Бишкека и Аша в Калугу, сообщает пресс-служба Калужского аэропорта. Рейсы из Бишкека будут прибывать в Калугу по вторникам в 6:25 утра. Из Аша самолеты будут прилетать также по вторникам в 19:45. Также по вторникам можно будет улететь из Калуги в Ош. Время вылета 9 утра. Рейсы будут выполняться до 26 октября. Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 кресел.